Прямо сейчас в паблике ВКонтакте Cybershock мы разыгрываем 10 призов. Полный пак девайсов от Logitech, 4 скина и премка на Cybershock на 1 месяц. Тебе нужно всего лишь поставить лайк и подписаться на паблик. Репосты делать не нужно. Ссылку я оставлю в описании. Попробуй принять участие, может быть, повезет. Привет, я Шок, и я сыграл сегодня в CSGO не одну катку, не две, а 21. Я 24 часа играл в CSGO, и на самом-то деле мне это понравилось. Посмотри, у меня голова в форме наушников. Кстати, я вам без суток говорю, у меня уже не только волосы в форме наушников, а голова. Если я буду лысым, вы увидите то, что у меня тут идет падение. В общем, сегодня будет очень жестко. И я реально вернул форму. Если ты досмотришь этот большой ролик, я буду очень рад. То ты заметишь разницу, когда я играл первые игры и когда я играл в конце. Я реально стал по-другому играть. Думать. И самое главное, я за этот день выпил, знаешь, сколько энергетиков? Ноль. А все потому, что мне просто интересно и нравится играть в эту игру. И я очень рад, что я выбрал именно CSGO. Друзья, спасибо каждому еще раз, кто поставит лайк. Давайте наберем 40 тысяч. Я знаю, вы это можете. Вас сейчас ждет большой ролик, поэтому желаю приятного просмотра. И в конце ролика будет вывод, стоит ли так делать, столько играть. И какая разница у меня по статистике. Я скринил до и после. Всем приятного просмотра. Искачу. Банан один, банан. Библиотека и без головы. А, все, библиотека. Два. Да. Хруст. Он бежал, по идее, в яму. Да, он нет бачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Граффити. Без головы. Без головы. Давайте берем. Хруст. Пьешь? Да. Зарежу. Оу. Убила. Хорош. Нас два. Тренируйтесь на кибершок.нет. Первая карта завершилась. На самом-то деле, очень доволен своей игрой. На втором месте сыграл. Первая катка 16-14 у нас есть. И, по сути, давайте фиксировать... У нас плюс 36 было, осталось до 8 уровня, до 7 уровня плюс 13. Так что идем дальше, посмотрим, что будет. Статистика у вас на экране. Тебе надо? Ладно, ну-ка, заходит мейн. Можно запушить респу? И убить его. Где он? Здесь, за первым. Двое. Хорош. Замечательно. Хорош. Я очень плохо. По тобой. Молодцы. Хорошо. Молодые люди сыграли еще одну карту. На самом-то деле, на нюке было похуже, но все равно я свой ОВГ набил. 18 фрагов есть. Да. 18 фрагов для меня это уже хорошо, потому что все это время я играл на 14 ОВГ. Так вот, сейчас идем next. У нас плюс 21 элла, как я понимаю. И запускаем следующую. Надеюсь, не будут такие интересные карты, как нюк. Хочу миражку, даст 2, наш дефолт. Они не будут мидл играть, они будут? Ну я же сказал, это полет. Хорош. Я смотрю, как он пошел. Ой-ой-ой. Хорош. Сити пикает. Скамейка мидл есть. Коннектор сзади. У них бай на все деньги со вторым армором. Пошел, посмотрите. О, все, хорошо. Больше играет. Убил. Все, берем, парни. Это легкая, не даун. Убил его. Хорошо, 2-2. Шорт один. Шорт стоит. Может, так бы? Да. Так, эту катку мы проиграли очень жестко. Я настрелял 10 фрагов, это полная отмена. Ну окей, сейчас пойдем next. Статистика пока что 2-1. Мидл играет. Я пошел пикать. Дай забей, фэллс. Руи.
Да это забей. А белая пара. Хорош. Лучше. Все, класс, ладно. Начал, но смотри, ты считай, сейчас раунд выиграл важно. Завершилась еще одна карта Мираж. Я очень плохо играю сейчас. Посмотрим, надеюсь, то, что я проснусь к следующей. Пока что счет 3-1. А Элла поднялись от 14 всего лишь. Так что пока развития прям лютого нет. Нужно сейчас играть катку на плюс 25 стабильно. Мы начинаем следующую катку. Я знаю, какая будет карта. На плюс 22. И к нам присоединился игрок команды Virtus.pro, Якиндер. И у нас такой сейчас получается пати. Самое забавное, что против меня будет играть игрок 6 левел. Элла такой же, как и у меня. Посмотрим, кто из них лучше отыграет, кто из нас лучше отыграет. Но по статистике на 0-1 КД у него лучше. В общем, я очень слаб, но статистика должна обновиться, я получше начал играть. Хотя две прошлые катки — это просто полная отмена. Вообще никак не везло. Карта Мираж. Третий раз подряд, я устал. Не получается у меня тут играть сегодня. Окей, ладно. Посмотрим. Убил яму. Дефолт наверху, на дефолт. Убил яму. Найс. Дефолт. Осторожный кон, осторожный кон. Ай-яй-яй, скамейка чел. Блин, блядь. Убил. Коннектор. Убил. Убил. Иди за дверь, что-то стоит. Завершилась карта с Якиндером. На самом деле все было хорошо. Я чувствовал игру. Я понимал, что команда адекватная. И сыграл в плюс-минус адекватно сам. Сейчас идем next, посмотрим, будет Якиндер или нет. Но хотелось бы, конечно. Окей, погнали. Они на 3 спи сидят. Слева в упоре с эмкой. Хорош. Прицит. Бежит, брат. -84. П, может быть? Ууу. Да, убил. Я уже полагал. Завершилась следующая карта. Было неплохо, мы выиграли еще одну. Статистика наша, если я правильно понимаю, 5-1. В общем, ну, кажется, неплохо. У нас уже 1587 эро. Я просто сделал один килл, и второй просто не получилось сделать. Я не понял, почему так происходит. Вот опять один килл и умираю. Вот, впервые два килла. Ой, гвардиан. Посмотри, посмотри меня. А, забей, отмена полная. Привет, как дела у тебя? Ави один был. Хорош, Эрик. А не, Эрик не прощается. Два рампа, один минус. Два рампа, два пада. Один лоу, один минус 50. Еще один. Эгэ. Очень хорошо зашло. Закончилась следующая карта, и на самом деле я доволен. 21 на 19, и плюс получается 2 цела. Это классно. По моему самочувствию, я не устал, кондиционер работает, мне не жарко, мне не холодно. Я переоденусь совсем скоро, потому что что-то тепло оделся. Ну а так, в целом, мне плохо. Скоро буду еду заказывать, хочу поесть. Здоровое питание. В скобочках нет. Ну что ж, пока интересно, пока не устал, пока отвращения от игры нет, все хорошо. А это уже 8-я катка сейчас будет. Короче, решил поехать себе покушать, поэтому 1 час прерыва, именно так. Заказывать не захотел. Но после такой игры у меня руки дергаются. Я серьезно. Смотрите, они дергаются, я без понятия, я какой-то нервный сейчас стал. То есть реально у меня какие-то тики. Короче, нужен перерыв в любом случае, реально. А то 8 часов играть — это такое. Или сколько я играл. Ну, короче, точно нужна пауза. Он бежит хайлайтом, осторожно.
Хорош. А нет, просто... Ой! Да, тоже все сервер пролагал. Да, сервер пролагал. Так мид вроде. Вышли с ним. Ой, там все стреляют нахуй. А я кто-то. Не-не, у меня один, я пошутил. Хорош. Ладно, эта катка была плюс-минус ножевая, легкая на 14 элла. Посмотрим, что будет дальше. Пока что у нас счет 7-1. Очень много выигрываем, это хорошо. Но элла сейчас мало поднимаем из-за того, что играем с высокими. Нет, с низкими. Классно. Потом еще. Только трое, только трое. Типа ты, че это слаг бы? Один мальчик. Кичен, еще один кичен. Ой, кичен, еще один. Шорт. Кичен и шорт. Шорт убили. Найс. Короче, катка была очень жесткой, на плюс 10, это очень тупо, конечно, но сыграли, и я чуть там помогал команде, мне понравилось. Кстати, глаза болят, сразу говорю, они меня моргают очень часто, и вот прям моргают очень жестко, не знаю почему. Ну и плюс болит шея, поэтому сейчас я лягу, почилю и продолжу. Дефолт, да, убил. Право тут, понял, минус 50. Дропы по головой, ребят. Убил дефолт. Убил коннектор. Флешку могу забрать. Нормально. Шорт 30 хп. Смотри. Я вышел, сел. Да, он стреляет, смотри. Близко. Еще там я. Еще один. Ай-яй-яй, шорт. Я шорт играю. Он меня увидел, плюс. Жанка один. Плюс трой. Все, ласт палос. Не пусти, я скоплю. Дефайте, пожалуйста. Все, найс. Ай, так... Друзья, это была одна из лучших каток, мне она очень понравилась, вот без шуток, все было хорошо. Я играл реально хорошо, 28 фрагов за 30 раундов, это достойно. После 2 часов перерыва или полтора, реально, как будто перезагрузился, очень приятно играть, хочу еще. Рампа с авиком выходит, вышел. Молодец. Погиб. Коннектор он стоял. Рампа. Сколько китов нету, парни? Я... Где еще? Садим слева за спину, хорошо. Так, ребят, ну что ж, еще одна карта завершилась, мы опять победили, плюс 34 элла. По этой катке Vertigo я помогал команде, делал какие-то нужные фраги, но прям вау, не отыгрывал, понятное дело. Но в целом мне понравилось, не слился в говно, как на Мираже четвертом, третьем. Плюс-минус нормально. Желание играть еще есть, но ни Vertigo, ни Мираж не даст. Между лоу. Убил, Б, кичен убил. Форсы бэксайд, форсы бэксайд. Бэксайд у меня, живу. Живи. Найс. На ковра. Тач, блоткаус? Джангл, джангл, подставик. Как?
Сука. Как времени нет. Как я его не убил? Кто видел коннектор килл мой? Пробай их засейвить. Он отперся все. Коннектор. Попробуй бить кон, пожалуйста. Коннектор. Ну там три андера. Ребят, мы проиграли катку на минус 38, и это непривычно проигрывать. Ну, я играл очень хорошо, кстати, 24 фрага. Топ-фрагер, ну а какой смысл этих фрагов, если мы проигрываем игры? Нет никакого смысла. Посмотрим, что будет дальше. Нормально там? На сайте будет. Вы там, и может быть? Сняли там вот игра и поставили встречу. Я окно, и андер. Вот это молот уже пиздец. Крипы играют. Яма вышел, помоги мне. Побил андер. До сих пор стоит конт слева. Под коном, под коном все. Шок, куда голова? Конт, зашли. Бомба у вас? Конт справа, конт справа, ходу вперед. Малаш вышел. Один бенч, один конт. Двое конт. А, бля, джунгл! Найс. Он в углу сидит. Убил. Давай. Нет, ослепленный справа стоит. Кто где? В окне, спрыгнул бы. Я не понял просто, как бы я вышел, никого не было, и тут... Да. Такие, оп. Молодые люди, хорошая была игра, мне понравилась, я вышел в ноль. Фраги свои делал, помогал команде, поэтому идем дальше. 33 элла до 8 уровня. Вот. Надеюсь, сейчас не проиграем. Я тебя же так жал, ты дикой взорвался. Хорошо. Двое кич, сити. У тебя максимум времени, допустим. Хорош. Найс, соло. КТ один. КТ, сайт убил. Еще же лонг. 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 Здесь типа зарежу. Я зарежу! Ну боже мой! И КТ пик. Кстати, лоа, авик. Да, подождите, подождите. Подождите, пацаны. Сер лагает у вас? Случилось полное дерьмо, у меня отключился интернет. Провайдер тоже не работает вообще, их сайт не работает. Это полная отмена. Я, наверное, уже бан получил в этой катке. Очень большой стою. Ну, пожалуйста. Из-за того, что у меня сбился интернет, и мы проиграли игру, понятное дело. Сейчас захожу, у нас на плюс 13 игра, я опаздываю, поэтому давайте сразу же. Ну, сейчас меня... 50 хп один с бомбой. Один с иглом. Этого убили, те типа по идее банан. Нет, более всего один. Может клоус пропадан. Найс. Я в бан зашел. Найс. Хорошо. Буду слышать шок. Найс. Хорош. Красава. Даю флеш через верх. Убил. Убили меня. Парень, спасибо за игру. Спасибо за... Следующая карта у нас плюс 15 за выигрыш. Честно, уже есть некоторые эмоции. У меня усталость очень жесткая. Очень жесткая. Я сейчас лег и чуть не... Я заснул почти. Мешки появились под глазами. Ну и самое главное, устал. Устал сидеть. А так нормально. Надо взять паузу, еще одну. Давно не брал паузу. Все, давайте, иди, пойдем играть. Халас, давай. Комеда. Сейчас два банана убили. Я открою все. Кто будет? Хорошо. Кто убил сейчас? Кто убили? Зацепился, не диффузит, наверное. Давай. Хорошо. Просто вот это жестко. Ебать, люркер у нас жестко. Бактер. Кто? Хэнк бью софа. Ай, блоком. Айс.
это пиздец, они конченые уёбки, сука. Ай, my bad. Грустно. Стой, Толя, стой. Может, меня? Через подвал надо уходить на Б. Я Зиг жду. Убил. Зиг не пикает. Я кого взял? Вода, вода. Там же. Молодец, Фундер. Где слева? Попали. Хорош. Ой, здесь а, слева, мост, близко. Мост. На стенке, у стенки. Да? Хорош. ГГМ. Убил коннектор. Хорош. Ранг убил, у нас тоже кон... Хорош. Еще головы. А, они вдвоём ладер еще ходят? Да. Индо ударит. Могу сидит. Он не стерс, сажал. У меня со стерс убили. Да-да-да. На. Спасибо за игру. Гага. Блять, под блочили. Сайт, сайт, сайт. Них. Пальцы у меня. Last two guys for long. Я взял его. One car. Side last. Хорош. Жёстко. Behind X last. Что это за дерьмо? Ну, на тебе вся ответственность. Такое дерьмо, чувак. Просто прыгаю с молока. Нет, это пиздец. Там уже все. Ты постарал. Для красоты я должен быть. Один РП. Двое мид, найс. Еще мидл. Мидл вышли. Ой-ой-ой. Там же еще один. Нет, он киса. Убил. Это чип? Хорош. Я пикну. Найс. Молодец, Алик, ты слева. Найс. Спасибо за игру. Прямо сейчас у нас последняя катка. Возможно, это игра на плюс 35. И я сразу буду 8 левелом, и наконец-то это завершится, закончится, наконец-то. В общем, посмотрим, что получится. 9 силат. Найс. Найс. Ой, лучше. Кто лучше? Кто выходит на это? Короткий. Пострелил. Ай, короткий. Мар, че ты не чекнул справа, дефолт? Найс. Икон. С девяткой? Найс. Найс, шок, хорош, лучше. Найс. Хорош, еще. Авик пикает как раз. Найс. Еще один лоб. А, блядь, сидит! Хал, а, у нас уже в спине, понял. Они на пачку. Why am I not killing anyone? Ой, лучше, Крис. Найс. Изи, один. Это. Мидл. Или еще? Блядь. Я 30 хп. Я 13. Хорош. Он близко где-то загнал. Ушел. Кто-то за единицу ушел. Дай смог на пачку. Там. Близко, близко. Я же говорю, близко где-то был. Ладно, спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Все, я паузу беру. Ребята, этот ролик закончился. Я очень сильно устал. Но это было круто. Я почувствовал, что я вернул форму. Я сейчас вам покажу статистику, как было до и как после. Я специально заскринил.
15 аварий... Ну, давайте, давайте я вот так вот покажу. Это без монтажа прям оставляем. Плюс 34 до 8 уровня, да это одной каткой можно решить. В общем, смотрим статистику. 18 АВГ, было 15. Процент хедшотов 46, было 48. КД, ну, 1.06, был 0.9. Average КР 0.6, 0.68 было лучше. АФКТ... Ну, короче, я статистику поднял без рофлов. Винрейт я фоткал, 54 было, и сейчас 55. Ладно. Друзья, мне кажется, что результаты есть, я лучше реально начал играть, и мне она начала нравиться, моя игра, немного в 5 на 5. Как вы знаете, у меня с этим небольшие сложности. Ладно, ждите новые ролики по поводу таких вот каток. Я не знаю, сколько ролик будет длиться в монтаже, но спасибо каждому, кто посмотрел этот ролик. Если ты досмотрел этот ролик, значит, ты интересуешься, кто я вообще такой, и тебе интересно смотреть. Поэтому ссылку на мой инстаграм я оставлю в описании. Можешь подписаться, следить за тем, что у меня происходит в жизни. Ну и самое главное, не забудь подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. Всем пока. Подумаю, что еще поснимать. Пока.